Всем привет, мои хорошие! Сегодня мы едем в отпуск. Живем мы в Южной Каролине, как вы уже, наверное, знаете по моим многочисленным рассказам. А едем мы в Северную Каролину и будем отдыхать в Mountain House, он же горный домик. Хотела вам быстро показать. Красивые такие горы там вдалеке виднеются. Едем, веселые края. Наш отпуск. Очень красивое небо в Каролине. Как южная, так и северная. Мы как раз только переехали границу с южно-северной Каролиной. Хотела сказать насчет того, что вы смотрите в небо, да, и благодарите Бога или благодарите Вселенную, у кого кто. И поэтому я только хотела об этом рассказать. Тут такое небо красивое, что прям... Я скажу так, грех не смотреть в такое небо, как в Каролине. Тут, особенно в ясные дни, это очень красиво. Поехали отдыхать, а вам хорошего отдыха на ваших выходных. И еще засниму парочку видео, когда туда уже приеду. Покажу вам, наверное, дом. Я никогда еще не показывала. Мы уже отдыхаем там, это наше второе лето. Ну, в том году мы еще ездили не только в горный домик, но еще были во Флориде. В этом году мы не ездили, уже лето заканчивается, сейчас август месяц, поэтому мы решили недельку побыть в горном домике. Покажу вам красивый дом потом в следующем видео. Все, всего вам хорошего, всех люблю, целую, пока-пока. С вами была, как всегда, ваша Джулия. Пока.